Здравствуйте. Уджая дыхание в переводе с санскрита – дыхание победителя. Для того, чтобы освоить это дыхание, мы сначала делаем вдох носом и выдох ртом со звуком «ха», как будто бы греем озябшую ладошку. Снова вдох носом. Попробуйте. Еще разочек. Это мы делали для того, чтобы понять и почувствовать вот это шипение. Теперь выдох делаем через нос. Делаем вдох носом и выдох носом. Этот звук мы произносим, но он уже не слетает с губ, а остается шипением на задней стенке гортани. Пробуем. Дышите. Грудь вздымается, как у торжествующего победителя. Так это дыхание описано в древних текстах. Весь вдох мы направляем в грудную клетку. На вдохе распирающее чувство изнутри, ключицы поднимаются вверх. И на выдохе ключицы спадают вниз. Хорошо. И выводим ноги вперед. Садимся в дандасану, поднимаем руки вверх. Делаем вдох, с выдохом разворот вправо. Вдох. Потянулись вверх, с выдохом влево. Вдох, вверх. С выдохом опускаемся вниз. Вдох, берем себя за голень и вытягиваемся из таза. Выдох, вниз. Вдох. Ставим ладони и стопы на ширину таза, ладони пальцами рук вперед. На выдохе переходим в позу стола. Делаем вдох, фиксация. С выдохом тянем таз к пяткам. Вдох. С выдохом проносим таз между ладошками, зависаем. И опускаем таз вниз. Теперь эту связку динамическую мы будем сочетать с уджайи дыханием. Выдох мы будем выполнять шипящий в режиме уджайи. Поднимаем руки вверх, вдох, выдох, вдох, шипящий уджайи выдох, вверх, вдох, выдох, вдох. Выдох. Вдох, ладони, стопы. Выдох. Вдох, с выдохом таз к пяткам. Вдох, с выдохом таз между ладошками. И опускаем таз вниз. Вдох, вверх. Уджайи, выдох. Вдох, вверх. Уджайи, выдох, влево. Вдох, вверх. Уджайи, выдох. Падшимоттанасана. Вдох, вверх. Выдох. Вдох. Поза стала, выдох. Вдох, с выдохом таз к пяткам. Вдох. С выдохом таз между ладошками. И опускаем таз вниз. Проносим ноги назад, собака мордой вниз. Подышим животом. На вдохе живот выпячивается, на выдохе подтягивается. Массируем органы брюшной полости. Thank you.
Посмотрели на руки, шагаем правой ногой вперед, широкий шаг. Поднимаемся в вертикальное положение, поднимаем руки вверх, соединяем ладошки над головой и наклоняем корпус так, чтобы нога, торс и руки легли на одну прямую. Контроль дыхания. Опускаем руки вниз, ставим колено в пол. Здесь будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Если в колене возникает дискомфорт, ни в коем случае пренебрегать, игнорировать этот дискомфорт нельзя. Мы берем и под колено подкладываем что-то мягкое. Накатываем вес тела вперед, сгибаем левую ногу. Вдох. С выдохом откатываемся назад. Вдох вверх, вперед, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И откатываем таз на пяточку и опускаемся вниз. Поднимаемся, переносим вес тела на руки и убираем ногу назад, собака мордой вниз. Посмотрели на руки, шагаем вперед левой. Поднимаемся в вертикальное положение, руки вверх и наклоняем корпус так, чтобы нога, торс и руки легли на одну прямую. Растягиваемся между правой пяткой и кончиками пальцев рук. Опускаем руки вниз, опускаем колено в пол. Сгибаем правую ногу, вдох. Подтягиваем пятку к ягодице, ставим стопу, откатываемся назад, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. И откатываем таз к пятке. Садимся на пяточку и опускаемся вниз. Переносим вес тела вперед. Собака мордой вниз. Опускаем колени в пол, проносим ноги назад и ложимся в шавасану. Выстраиваем свое тело ровно вдоль центральной оси. Расслабляем руки, ноги, мышцы лица. Расслабляем каждую клеточку своего тела. Занятие завершается. Сохраняйте тишину внутри себя. Пребывайте в добром расположении духа. Будьте добры и открыты. Научись видеть, где все темно, и слышать, где все тихо. Во тьме увидишь свет,
тишине услышишь гармонию.